Превосходство высоких технологий. Три слова, определяющих суть Audi. TTRS используется алюминиевый кузов Audi Space Frame. Он прочный, крепкий и невероятно легкий и способствует не только улучшенной безопасности и динамике, но и более экономичному потреблению топлива. Audi TTRS оснащается турбированным 2,5-литровым двигателем TFSI мощностью 335 лошадиных сил при 450 ньютон-метра крутящего момента. Таким образом, это самое мощное ТТ за всю историю. Прочная ходовая часть и система полного привода Quattro дополняют облик этого удивительного спорткара. TTRS получила мягкий, плавный дизайн. В результате коэффициент лобового сопротивления у этого автомобиля удивительно мал. Машину нарушителя на Cascade Terrain. Вас понял, останавливаюсь. Попробуйте вы. Соблюдайте крайнюю осторожность. Подтверждаю, дорогу перекроют в указанной позиции. Отвлекайтесь, 250, вызываю все машины. Всем машинам разрешаю использование ЭМИ. Повторяю, используйте ЭМИ. Конец связи. Легенда. Без компромиссов. Современная интерпретация классического мустанга. Благодаря плавным линиям, которыми подчеркивается рубленый профиль, инженерам компании Ford удалось, казалось бы, невозможное — добавить еще больше мускулов этому автомобилю-иконе. Под выгнутым капотом — рычащий зверь, готовый сорваться с цепи. Улучшенный 5,4-литровый V8 с компрессором
сконструированный на основе наработок, полученных при создании Shelby GT500K ARC 40-летнему юбилею марки, теперь обладает большей мощностью и крутящим моментом, и более экономичен. Благодаря доработанной форме кузова значительно улучшилась аэродинамика автомобиля, увеличилась прижимная сила, уменьшилось лобовое сопротивление. Лицевую часть автомобиля отличают улучшенный сплиттер и капот, благодаря которым машину можно отличить от базового «Мустанга». У нас чрезвычайная ситуация в Fairview Road. Мы столкнулись. Он получил несколько повреждений. Утверждаю, заграждение будет прямо перед вами. Это перекрытие. Код 1050. Вызываю все машины. ЭМИ включен. Наведение на цель. Полагаться на свои силы, пока все не починят. Всем машинам можете использовать полосы с шипами. Разрешаю использование ЭМИ. Нарушитель арестован. Доставьте его для допроса. ZR1, получивший прозвище «Голубой дьявол»,
является самой мощной и самой дорогой моделью корвет за всю историю. ZR-1 — первый серийный корвет, развивший скорость 322 км в час. По мощности и ТТХ он не уступает более экзотическим автомобилям стоимостью вдвое выше. Алюминиевая рама ZR-1 досталась от модели Z06, а вот подвеска была оптимизирована с учетом широченных передних и задних шин автомобиля. На V8 объемом 6,2 литра был установлен компрессор, развивающий эффективную мощность в 628 лошадиных сил при 6500 оборотах в минуту. Уникальный облик Chevrolet Corvette ZR1 сообщает выгнутый карбоновый капот с прозрачным поликарбонатным окном, через которое видно промежуточный охладитель двигателя. Центральное всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Fox Lair Pass. Это тренировочное задание, но оцениваться оно будет как реальное. Вы получили самый высокий уровень поддержки преследования. Командование одобрило запрос о поддержке с воздуха. Во время преследования вы можете вызвать вертолет. Воздушные единицы следят за объектом и могут остановить его силой. На вертолетах есть полосы с шипами, их можно сбрасывать перед преследуемым объектом. Вертолеты имеют ограниченный запас топлива, используйте их с умом. Gran Turismo S Automatic сохраняет чистоту линий оригинала, но он в то же время очень мощный, комфортный и вместительный. Места достаточно для 4 человек. Когда обороты превышают отметку 3000 в минуту, выпускные клапаны открываются и обеспечивают быстрый отток выхлопных газов, создавая пониженное противодавление и пиковую эффективную мощность в 440 лошадиных сил. Самонастраивающаяся коробка передач обеспечивает плавную езду на низких оборотах, а на высоких — постоянную мощь. Новые боковые спойлеры добавляют динамичности, а 20-дюймовые колесные диски повторяют дизайн знаменитого логотипа «Трезубца», благодаря чему работа студии Pininfarina выглядит еще более впечатляюще. Радиаторная решетка из изогнутых вертикальных перегородок
создает впечатление забора воздуха даже в неподвижном положении. Идет преследование Audi TT, движущийся на восток по West Lakeside Avenue. Подтверждаю, нарушитель превысил скорость, необходимо подкрепление. Вам выслан перехватчик. Понял, действует перехватчик. Прекращаю преследование. Перехватчик, на время преследования доступна поддержка с воздуха. Задержите его. Центральная, всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Rockingham Road. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация.
Центральная, всем подразделениям. Запрошено подкрепление на Hope Canyon Freeway. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация. Всем подразделениям. У нас чрезвычайная ситуация в East Gorge Freeway. Столкнулся. ЭМИ включен. Наведение на цель. Закончу с ними. Был выписан талон. Сегодня у меня это уже 50-й. Всем подразделениям разрешаю использование ЭМИ. Машина все еще на ходу.
прямо перед вами. Нарушитель врезался в заграждение. Группу захвата сюда. Совместно с Ford.